Из таких керамических блоков выпиливаются коронки и мостовидные протезы, а также некоторые элементы протезирования после имплантации. Всю работу выполняет вот эта машина. Эта машина – отдельная лаборатория. Она способна заменить несколько специалистов по протезированию. Все, начиная от самого протеза и до коронки, вытачивается на ней. Это CAD/CAM технология, новейшая технология, самая современная. Здесь находится внутриротовой сканер, вот он, при помощи которого мы сканируем в полости рта у пациента после отточки. Зубы, которые надо протезировать, эта информация переносится сюда. Здесь мы моделируем полностью в 3D, моделируем зубки. Вот. И уже когда готово, мы эту информацию переносим, она переносится на точильный блок. Так что если раньше на создание слепков, примерку коронок могли уйти недели, сегодня зуб можно полностью сделать за один день. Машина работает быстро, дает 100% точный результат. В промежутках между работой оборудование может отдохнуть и с помощью моторчиков и шестеренок издавать музыку. Немцы, что тут скажешь? Действительно, Рязань является чуть ли не столицей стоматологов, учитывая то, что здесь каждый год выпускаются профессионалы из медуниверситета. Происходит естественный отбор, работать остаются самые лучшие. Вот к нам приезжают не только с Москвы, из других регионов, и за границы даже прилетают, приезжают, потому что, не сравним с Москвой, там намного дороже. Из Москвы очень много приезжают людей, да. По статистике, в Москве один визит к стоматологу обходится как минимум в 5000 рублей. В Рязани, например, пломбы начинаются от 700-900 рублей. Конечно, нельзя сказать, что лечение зубов – это дешево, но Рязань все-таки в этом плане выигрывает. Тоже отбеливание здесь стоит дешевле, а, как известно, в этом плане стоматология также шагнула вперед. Теперь оно стало безопасным для зубов, если пациент выберет новый метод и будет придерживаться рекомендаций доктора. Ведь что может быть прекраснее здоровой белой улыбки?